Горячая телефонная линия и видеозапись на избирательных участках – не единственные помощники общественных наблюдателей. Для координации их работы, причем это касается всех регионов России, разработано специальное приложение независимого общественного мониторинга. На сегодняшний день это единственная платформа для наблюдения за выборами различного уровня. Общественники отправляют туда всю информацию о ходе выборов, доступ к которой можно получить, находясь в любой точке России. Напомним, что в Карачаево-Черкесии все эти инструменты используются впервые, но уже доказали свою исключительную эффективность. Когда рассказывали, не мог себе даже представить, что могу следить за каждым участком, просить наших волонтеров там подключиться к какому-то участку и посмотреть, есть ли там нарушение или стоит ли на месте урна и так далее. Я не мог себе представить. Да, нам рассказывали, что будет у нас техническая стена, да, мы будем наблюдать. Ну, как-то продемонстрировать это в своей фантазии не мог, а так реальность показала, что хорошо.